Всем привет! У нас в СМИ рассказывают, что уже в магазине Lidl какой-то товар выдают поштучно. Последний раз я была неделю назад, такого еще не было. Но пишут, что это не во всех магазинах, только в некоторых. Мне просто интересно стало. Сейчас еду с работы, думаю, надо заглянуть, купить курочку. Ну и посмотреть, правда ли это. Сейчас пишут, что очень в дефиците масло подсолнечное. Я вчера еще покупала в магазине Максима по очень хорошей цене, по евро 59. А вообще-то пишут уже во многих странах это дефицит. Вообще нет масла. Вот так вот быстро развиваются события. Быстро, неожиданно и... Нам как-то нужно реагировать на все это. А с другой стороны, что мы можем сделать? Как они развиваются, так они и развиваются. Сегодня опять же такой прекрасный день, как и вчера был, но воздух холодный. Еще как-то вот не прогрелся. Ладно, я сейчас забегу. Быстренько куплю курочку и посмотрю, что там происходит в Lidl. Очень мне нравится этот фарш куриный. Но вот видите, насколько он подорожал. Евро 89, а был евро 49 последний раз я брала. Так, маскарпоне тоже был дешевле. Сейчас евро 75. Все немножко поднялось в цене в Lidl. Такой хороший комплект. Это для кухни. Смотрите, да? Три. Нет, четыре. Четыре цвета. Вот они. 10 евро стоит. 9,99. Смотрите, это для рыбы. Это, наверное, для мяса. Здесь, наверное, хлеб. И вот это для овощей. Очень хорошенький комплектик. Так, еще есть ручной блендер. За 16,99. И еще есть, так, это миксер, ручной миксер. И еще есть соковыжималка за 59,99. Silvercrest производитель, фирма. Так, есть еще блендер 27,99. Здесь сковородки. Я люблю здесь смотреть все, что они для кухни продают. Так, а это что? Это тоже что-то интересное. О, это для выпечки. Такие две. 0,68 литра. Набор. Неплохие вещи. Так, зеленого, желтого и красного. И вот еще одна большая. Какие-то органайзеры для холодильника. Две штучки. Здесь маленькие. Здесь такой формы. 5-литровые. 5-литровые. Интересно все это. Это все очень интересно. Очень симпатичная курточка для женщин. Цвет намного красивее, чем на видео. Так, какие же здесь размеры? Размеры, к сожалению, очень маленькие. Так, Coca-Cola. Евро. 29. Говорят, хорошо унитазы чистит. Не знаю, не пробовала. Кто-то пробовал? Напишите, пожалуйста. Да, так появилась краска. Краска. Так, 14,99. Так, что тут у меня? Толкают меня. Так, это что такое? Комплекты какие-то. Ложки.
комплекты по 5 евро, да? Коврики хорошие по 3 евро. Вот еще такие есть с лимончиком. И такие еще, смотрите. Да? Ой, тут надо аккуратнее положить, как они тут лежали. Вот, 3 евро всего, да? 40 на 60. Я еще пока ничего не увидела. То, что продается ограничено, да? Пока ничего не нашла. Никаких ограничений. Вот все-таки я нашла масло подсолнечное, видите, 3 на человека, на покупателя. Евро 59 стоит и кукурузное 2,19. Это рапсовое масло, а подсолнечного, наверное, нет, да? Рапсовое только. И кукурузная 2,19. О, еще вижу что-то интересное. Что-то еще вижу интересное. Вот это все тоже 5. Это тоже масло, да? Льняное масло. Так, кокосовое масло. Это тоже будет дефицитом в ближайшее время. Оливковое масло био. Так, макароны. Нет, макароны не на... Не нужно. Макароны не на ограничение. Нет. Вот эти по 99, нет. Так, а почему бумага для выпечки тоже ограничено? Интересно. Евро 45, не дешевая. Ну и на туалетную бумагу тоже ограничения. И на полотенца кухонные. Вот мне совсем вот что-что, вот бумагой мне не хочется запасаться. Знаю почему. Так, вот по 2 евро, да. В общем, навалом этой бумаги. Вообще-то выгодно. Смотрите. Нет, это 2,89. Вот это по 2 евро. Extra strong. Extra strong. Так. Хлоралис. Ну да, это хорошая цена, кстати. Трехслойная. Так, а чем это лучше? 10 штук. А, здесь 8 штук. 29-25. Надо взять, это очень дешево. 2 евро всего. Нет, ну с ума сойти, посмотрите. Еще какие-то салфетки тоже ограничены. Салфетки. Ой, что они тут? Вот эти ограничены. Так, вот косметические надо взять. Так, это я за курочкой сходила. Сейчас посмотрим, сколько моя курочка стоит. Так, ну моя курочка мне обошлась. Обошлась мне. Вот мой чек. Мой чек. 29,18. Вот набрала опять. Нет, больше не пойду в магазин. Все, хватит. Все в порядке. Никакого ажиотажа нет. Хватает бумаги, хватает масла. Всего хватает. Пишите мне, вы чем-нибудь закупаетесь? Мне уже это все надоело. Больше я не буду. Ну, единственный выход — это просто не ходить в магазин. Ну, когда ты идешь в магазин за курочкой, а в итоге покупаешь на 30 евро, насколько я купила, на 30, да, это, конечно, ненормально. Как бы планировалось потратить максимум 5 евро, а потратила 30 евро. Все, надо как-то себя ограничивать. Это ужасно, да.
Вы что-то покупаете? Как вы? Напишите мне, как меня себя остановить. Всем спасибо за просмотр. До новых видео.